Всем здорово, мужики! Это мой новый ролик в моем YouTube-канале. Сегодня я решил взлететь на гагадропчик. У меня на балике 7658 рублей. В прошлом ролике мы подняли баланс до 23 тысяч. Мы там 17 тысяч поднялись до 23, то есть сделали плюс 6 тысяч за один видос. Но я катал на гагадропе еще у себя на стриме на Твиче на трансляции. Открывал там кейзики и сильно подслил баланс. Как вы видите, на балансе у меня всего 7658 рублей. Надеюсь, сегодня мы все это дело камбэкнем. Ну, 23 тысячи было бы камбэкнуть прям очень круто. Это прям самый лучший исход ролика. Ну, а так, если мы поднимем десяточку, у меня на балике будет 17 тысяч, я тоже буду не против. Ладно, полетели. М-ки против калашей, со старта откроем. Это традиция, начинается с этого кейса. Три штучки на 4200 рублей. Давай, давай, давай. Первое, неплохо. Вроде второе, хорошее. 3700 и третье. Ну, третье дерьмо, но ничего, мы в плюсе начинаем. Причем на 2000 рублей. Начало ролика максимально солидное. И, мужики, напоминаю, все, кто хотят покатать на гагадропе, вы можете ввести этот промокод, нажать применить и получить плюс 11% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего. С кивасы, карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей. На балике получили 1110. Вы со старта будете в хорошем плюсе. Также за каждый задепозитенный рубль вам дают один спипоинт. Что это такое? Короче, переходите к акциям, переходите в скинопад и вы вот здесь можете свои спипоинты обменять на рандомное оружие. Вот у меня есть 11 тысяч спипоинтов, давайте обменяем. И мне падает пучина за 1300, ну это слабо. Ну это прям очень слабо, сколько? Ну это плюс, сколько? Плюс 15-20% к пополнению. В среднем спипоинты выдают от 30 до 70% к депозиту. Иногда может ввести и будет падать плюс 94%, плюс 130%, плюс 176%. Ну иногда бывает вот плюс 12, плюс 37%, плюс 13%. Тут как повезет, парни. Но эта штука всегда выдает жестче, чем промокодик к пополнению. Также у них есть ивент битвы поколений. Вы можете открывать или CS2 кейс, или CSGO кейс. Тут, кстати, в последнее время только CSGO побеждает. Я думаю, значит, он более окупаемый. Ну или вообще хрен знает почему, но вот этот кейс намного чаще окупает. Кстати, неплохо вроде упало, да? А, не, 81 рубль, это не окупило, потому что кейс стоит 150. Ну, короче, открывайте или вот здесь кейс, выбивайте жесткий дроп, поднимайте таблицы лидеров и за это забирайте всякие халявные плюшечки. А барабан бонусов первый раз крутите, если просто регайте по моей ссылочке в описании под видео, второй раз по этому же промокоду. Еще вот здесь всю халяву тоже можете забрать. Так, ладно, полетели открывать кейсики. У меня на бальке уже почти 11 тысяч рублей. Давайте попробуем еще открыть кейсик Rush A или Rush B. Не знаю, три штуки как будто перебор на 6 тысяч открывать. Вот две штучки на 4 тысячи нормально. Этот кейс крайне нестабильный, может выдавать очень хорошо. Ну, а может нет, нормально, нормально. 5400 это хорошо, давай еще две штучки. Так, 1100 и 837, но это слабенько, давайте попробуем еще две. Давай, 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 2200 и 2800, нормально, 5000. Давай, вот последние два кейса. Так, турбовыпад, ну, нет, нет, нет. Вот тут прям полное дерьмо падает, ну ладно. Ну, блядь, 9600, я слил здесь балик, причем жестко слил. Ладно, если магически за 2300 одну штучку попробую. Вот мистери кейсы тоже нестабильно, но иногда могут выдавать прям ультра хорошо. Первый ничего не выдает. Может второй? На балансе у нас 6820 рублей. На самом деле нам самое главное дойти до элитного кейса. Да еще, значит, надо открыть кейсов на 32 тысячи рублей. Но тут у меня какие-то уже были открыты до этого, потому что я на стриме еще катал на гагадропе. Ладно, давайте попробуем вот опять эмки против калашей. 4 штуки на 4200 полетели. Первое 811, 2200 и... да, 1500. Ну, 4600 это плюс, но я хочу жестче плюс. Так, неплохо, 1800. Ну, 742. И опять эти лавки-чмавки, вот этот самый скин дерьма, который меня бесит. Давайте еще 3 штуки. 1900, 800 и... ага, ну что-то как-то вообще не идет. Ну, пожалуйста, алло, сейчас весь балик солью. Вот, код красный, 1000, ну, 1700, я думал, дороже. Ну, аук дорогой, да, 1500. Давай еще 3. Ну, пожалуйста, ну, это почти весь мой бал... Ну, разъяренная толпа, может, дорого? 2900 нам падает, у нас на балансе сколько? 4468 рублей. Ну, ладно, мы почти дошли до элитного кейса, меня это радует. Реально, единственное, что меня радует, то, что мы почти дошли до элитного. Давайте луна, 3 штуки, попробуем на 3000. Ну, луна это тоже кейс такой. В последнее время он меня, честно, не то, чтобы жестко окупал, но я знаю, что он может жестко окупать. 1100, неплохо. 1800 и последняя 1200. Ладно, ладно. Луна сейчас выдал более-менее. Давайте продадим и попробуем еще раз Rush A или Rush B, 2 штуки на 4000. Не знаю, верю в этот кейс, не знаю почему даже. Ну, 635 и 2200, хоть второй стоит нормально. Давайте еще один. Ну, зря я верю в этот кейс. Ну, просто, ну, блин. Он иногда окупает, и вот когда он окупает, ты его запоминаешь и думаешь, что он тебя... Ну, то есть, он из 10 кейсов в одном окупает... 4000, хорошо, ладно, все, я перестаю ныть. Нормально, нормально, хороший кейсик. Ладно, у нас открыли все бесплатные кейсы, давайте с них как раз заберем халяву. Они тут еще открываются постепенно, в зависимости от того, насколько вы открыли платных кейсов. И можно мне с элитного 4-5 тысяч, я знаю, что ты можешь только выдать. 5-7 скоростной зверь, сколько он стоит? 4400, это хорошо, это очень хорошо, я бы сказал, нормально. 4-5 тысяч выбивать элитного кейса, это прям достойно, я бы сказал. Так, платиновый мне галил хроматическая операция, но что-то платиновый подвел, да?
Так, ладно, а балики 12500, мы пока что все равно в плюсе, если брать начальный балик, там 7600 у нас было. Давайте попробуем, maybe, карточку за 4000, прям хочу рискнуть, вот сюда. Ну, 400 плюс 200 рублей. Ну, не то, что я ожидал. Ну, то есть я рискую жестко, типа, открываю карточку за 4000, это процентов 40 моего баланса. А в итоге выбиваю какую-то хрень, плюс 200 рублей, ну ладно. Так, М-ки против калашей. Ага. Так, электрический улей падает нормально. Но все остальное дерьмецо. Давайте еще 5 штук. Можно мне 3 электрических улья, пожалуйста? Ну, я знаю, что я оборзел, но все-таки. Вот этот Галил дорогой вроде, да? Ну да, он даже выглядит дорого. Ну, 8300, нормально. На самом деле, более-менее окупают эти кейсы. Давайте сейчас останемся в плюсе все-таки. У нас на балике 14000, то есть хочу с этого кейса остаться в плюсе. И попробовать магически пооткрывать. Ну, кстати, 3200, неплохо. Еще ГГ-вой. Могу попробовать сейчас выбить вой. Я, конечно, эти кейсы часто открываю. Вой мне еще ни разу не падал, но я все время жду. Я всегда жду, что он мне может упасть. Ну что, ну ладно, хотя бы безлюдный космос. Давай, я буду честным. Ну, точнее, буду объективным. Ну, слабый дайме. Это дерьмо. Ну, 1600 рублей. Кстати, все равно, на халяву 1600 рублей. Мы с магического уходим в хороший плюс почти на 3000 рублей. Ну, конечно, вой бы хотелось выбить. Но я сколько раз открывал эти all-in кейсы, ни разу они мне не падали. И, кстати, я давно не открывал GG Delor. Может быть, попробуем... Или вой еще пооткрывать. Давайте 3 воя попробуем, потому что здесь безлюдки, злобный даймер, они тоже неплохо стоят. Давайте 3 штуки на 10 тысяч полетели. Давай вой, по-братски, дай... Блядь, 400... Ой, ну... Блядь, ну, прям дерьмо полное упало. Ну, безлюдка более-менее... Ну, я весь Баликс, я дебил. Ну, я реально дебил, но... Я просто все время надеюсь, что... А вдруг, во-первых, вой упадет? Я понимаю, что шанс очень маленький, ну а вдруг? Ну или хотя бы мне, чтобы 3 безлюдного космоса упало, и там бы я залутал бы 1015 рублей и ушел бы плюс на пятерик. Но каждый раз у меня так не выходит. Каждый раз я сливаю просто балик в этих кейсах. Ладно, давайте Раше или Рашби попробуем. Ну, кстати, Аказим в 3300 неплохо. 635 и... 5400, нет! Нормально. Так, давайте сейчас попробуем цветочный кейс покрутить по 5 штучек быстренько. Этот кейс тоже может часто меня... Ну, этот кейс такой, странноват. Он то очень хорошо окупает, то сливает, на самом деле... В последнее время я не то чтобы в нем прям очень уверен, но 3700. Если брать все ролики, в которых я открывал этот кейс, то пока мне кажется, он меня уводит в хороший плюс, потому что в общем у него окупаемость неплохая. Но бывают видосы, где он может меня раз 10 подряд сливать. 3300, неплохо. 3200 тоже. Не, нормально, нормально идет кейс. Прям, кстати, хорошо. Лучше я буду молчать, потому что... Ну нет, еще стоит это дерьмо. Да, Раши или Рашби, 3 штуки на 6000 полетели. Давай, пожалуйста, выдай что-нибудь хорошее еще раз. Так, Дигл поток информации, 5060. И СГСарик за 5000. 800 рублей стоит, давай еще 3. Давай, 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 2500. 2800 неплохо, но последнее. Ну, кстати, это плюс, на удивление это плюс. Я думал, я сольюсь. Ладно, 13 тысяч на балике, давайте сейчас М-ки против калашей, 5 штук на 7000. Ой, ну пожалуйста, ну аук неплохой. Ну и Галил неплохой, кстати, ладно. Так, тут дерьмо падает. Так, электрический улей, огонь чантика, вроде неплохо. Так, 10800 рублей, это хорошо. У нас на балансе 18000 рублей. И на самом деле, я предлагаю на этой прекрасной ноте заканчивать ролик, потому что не вижу смысла дальше рисковать. Мы сегодня подняли плюс 11000 рублей к балансу. Это солидно, ну это правда солидно. Плюс 11 кусков за один видос. Все, пацаны, точно на этом заканчиваем видос, да, я не хочу дальше рисковать. И, мужики, напоминаю, все, кто хотят покатать на гагдропе, вы можете ввести этот промокод и получить плюс 11% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего. Скивасы, карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей, на балике получили 1110. Вы со старта будете в хорошем плюсе. Также не забывайте про SP-поинты, битву поколения, барабан, бонусы, короче, халявы на сайте много. И все, мужики, мы на этом заканчиваем ролик. Всем большое спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал. Не забываем писать какой-либо комментарий, это сильно помогает продвижению ролика. Я считаю, что такой ролик можно плюс 11 кусков за один видос по записи, ну, минут 12-13. Ну, это по-любому можно и лайки, подписку, комментарии оформить. У вас с монтажом это будет еще меньше. Все, парни, всем удачи, всех люблю.